Меня зовут Углов Михаил Сергеевич, я методист отдела экологического просвещения и учета животных, дирекции природы на территории Москва-Ветский, МОЗ природы. Немножко, что такое программа «Зеленый вектор» и при чем здесь малые реки Москвы? Программа «Зеленый вектор» – это цикл мероприятий от МОЗ природы о природе города Москвы и в целом о каких-то природных закономерностях и защите природы, флоры, фауны. Каким образом попали малые реки в эту программу? Они исчезают, появляются, что с ними не так? Малые реки, на самом деле, как и многие виды животных и растений, тоже немножко исчезают с лица города Москвы. Об этом как раз моя лекция отчасти. А отчасти реки Москвы, как и любые реки, являются местом обитания для животных и растений. И в связи с этим реки всегда считались очень ценным ресурсом. Ведь вспомните, всегда поселение с давних пор находились на берегах рек. И не только человеческие, но и животные, и растительные. Поэтому малые реки Москвы как основа природы Москвы. Но в то время, когда вы говорите, когда люди селились, не было поверхностно-активных веществ, ПАВ. Поверхностно-активные вещества, ПАВ, которые стиральные порошки, все сливается в малые реки. Что у нас с малыми реками в этом отношении? В отношении качества воды в современной Москве все значительно лучше, чем пару веков назад. Потому что пару веков назад реки в Москве считались довольно грязными, и это показывают и свидетельства историков, и многочисленные заболевания людей. А на данный момент у нас мониторинг департамента природы пользователей Москвы стараются максимально сохранить качество воды и также при помощи гидротехнических сооружений производится переброска из соседних регионов города Москвы. Количество воды, ну то есть объем воды повышается в Москве. За счет этого вода тоже становится несколько чище, несколько ее больше становится. И нам на самом деле в Москве сейчас с точки зрения рек Москвы живется значительно лучше, еще раз повторюсь, чем пару веков назад. Назовите исчезающие речки и что с ними будет? По поводу исчезающих рек, конкретно в такой формулировке, наверное, неправильно сейчас говорить, потому что не исчезающие, а когда-то скрытые в коллекторы реки, которых мы сейчас с вами не видим. Но это не значит, что их нет. И сейчас во всем мире, в том числе и в Москве, идет тенденция о появлении подобных рек, о восстановлении их русел и создании природных территорий вокруг когда-то рек и красивых пейзажных мест. И тому пример река Яуза. Сейчас создается большой природный парк от МКАДа до Московского центрального кольца железной дороги, который там, конечно, был, но он был в сомнительном состоянии. По бокам находились бывшие промзоны, а сейчас это приятное для прогулок, для активного отдыха, для наблюдения за природами территория, по которой очень приятно ходить. И я думаю, что много подобных мест будет в Москве в ближайшее время, но будет или нет, это зависит от жителей в том числе. Спасибо.